Приветствую вас. Зовут меня Евгений Стриж. И немного о себе. Я не работаю на обычной работе. Не сижу в офисе целый день и не изматываюсь на каком-то заводе. Или какой-то юркомпании, или в любой другой компании за заработную плату. Я могу себе позволить ничего не делать, когда захочу. Я могу делать себе отпуск в любое время и настолько, сколько сам захочу. Неделя, месяц или 3 месяца, как захочу. И при этом мой доход составляет в среднем около 100 тысяч долларов в год и более. Бывают месяцы с доходом в 10 тысяч долларов, в 20 тысяч долларов, в 30 тысяч долларов и более. И этот доход я создаю сам. Это не наследство богатых родственников, не подаренный работающий бизнес, не многомиллионные депозиты там в швейцарских банках и так далее. Я не бездельник. Я трейдер на финансовых рынках. Мой опыт трейдинга начался в 2003 году и продолжается до сих пор. Это более 10 лет присутствия на финансовых рынках. Я знаю уже практически все. Все подводные камни и ловушки, на которые попадается большинство людей, приходящих на рынок заработать деньги. Я имею опыт работы на разных финансовых рынках, включая рынок акций США, это самые крупные фондовые биржи, такие как NYSE, NASDAQ, AMEX, также Чикагская биржа СМИ, на которой торгуются фьючерсные контракты на разные ликвидные товары, ну и, конечно, валютный рынок Форекс, с которого большинство людей и начинают свой путь в трейдинге. С 2011 года я провожу обучающие курсы по теме трейдинга и делюсь своими наработками и опытом с другими людьми. В общей сложности через мои обучающие курсы прошло несколько тысяч человек, и многие из них открыли для себя трейдинг как источник хорошего заработка. Давайте я покажу примеры сделок моих учеников, которые проходили первые начальные курсы. Итак, открываем скриншоты и смотрим. Ученики обучались, делали скриншоты, делали домашнее задание, отмечали точки входа и точки выхода. И также результат. Итак, смотрим. Вот был вход на покупку, вот был выход. Была взята прибыль 790 пунктов. Как вы можете видеть, вот в этой графе отображается история по сделкам. В данном случае здесь заработано 2368 долларов. Это более 150 тысяч рублей. Итак, давайте идем дальше. Опять точка входа, выход. Доход у нас 2210 долларов. Опять же таки, это более 150 тысяч рублей в одной сделке. Идем дальше. Также была точка входа, выход. Вот история сделок. В общей сложности было заработано 3594 доллара. Это уже более 200 тысяч рублей к 300 тысяч рублей дохода за один день. Идем дальше. Опять была точка входа, точка выхода. Даже тут некоторые ученики пишут комментарии. Вошла под уровнем, на продажу пятой свечка вышла тейк профитом 536 пунктов. В общей сложности более 2000 долларов прибыли. Опять же, это очень хорошая прибыль, если при расчете в рубли более 150 тысяч рублей, 160-170 по текущему курсу. Итак, опять была точка входа. От уровня был выход здесь. Take profit 127 пунктов, прибыль 833 доллара. Идем дальше. Опять была точка входа, точка выхода. В этом движении было взято 866 пунктов. В данном случае прибыль составила 787 долларов. Это более 100 тысяч рублей прибыли. Опять была точка входа, точка выхода. Здесь не указана прибыль, но у нас take profit составил 305 пунктов. А здесь вот есть маленькая прибыль. Человек торговал на микролоте, да, заработал 4 доллара. У всех разные возможности, разные депозиты, поэтому принцип я показываю сейчас точки входа, точки выхода. Дальше идем. Опять был хороший вход, точка выхода, было заработано плюс 550 пунктов. Идем дальше. Была точка входа, точка выхода. Вот эта сделка была совершена, закрыта с прибылью, которая составила плюс 341 пункт. Еще были точки входа, здесь была точка входа-выход, плюс 252 пункта. И здесь была точка входа с выходом, плюс 321 пункт. В общей сложности
3-4 доллара было заработано. Опять была точка входа, точка выхода от уровня, все по правилам, плюс составил 238 пунктов. Идем дальше. Была точка входа от уровня, под уровнем, выход, даже есть комментарий, проспала нужный выход, но все равно плюс 484 пункта прибыли, выходить нужно было позже, вернее раньше, внизу, но человек пропустил точку, хорошую точку выхода, все равно вышел и закрылся с хорошей прибылью. Идем дальше. Опять sell от уровня и выход. Все по правилам. Результат плюс 766 пунктов в долларах, 2832 доллара. Это около 200, даже более 200 тысяч рублей прибыли в одной сделке. Идем дальше. Опять был вход на sell. В процессе мы видим, что прибыль 714 долларов. Take profit плюс 220 пунктов. Идем дальше. Опять был вход от уровня. Все по правилам. И вверху выход. Плюс 543 пункта или же 1100 с чем-то долларов прибыли. Идем дальше. Очень хороший был вход от уровня. Выход вообще идеальный. Плюс 372 пункта. Опять вход от уровня на покупку. Выход вверху. Плюс 543 пункта. Пункта прибыли, или же если результат в долларах в этой сделке, плюс 367 долларов прибыли в одной сделке, что есть очень хорошо. Сделка сделана по правилам, так как я учу. Дальше, хорошее было движение, был вход, был выход на продажу, плюс 557 пунктов прибыли. Тоже очень хорошая сделка. Еще одна сделка, плюс 331 пункт прибыли. Это все сделки учеников, которые проходили начальное обучение, только первые азы, вот первый курс по этой теме, который я проводил, и уже делают прибыльные сделки, уже зарабатывают хорошие деньги. Те, кто работает, те, кто трудится, те, кто вкладывает свое время, свои ресурсы, свое трудолюбие в это дело. Дальше был уход, две сделки было, первая закрылась 357 пунктов прибыли, вторая 303 пункта прибыли. Идем дальше. Еще одна сделка. Потом еще одна сделка. В общей сложности две сделки. 306 пунктов прибыли. Так как вот и на истории мы видим, было две сделки. Торговалась, здесь торговля была небольшим лотом. Тем не менее, заработано 71 доллар. Дальше. Еще одна очень хорошая сделка. Хороший выход плюс 511 пунктов в этой сделке. Идем дальше. Опять сделка от уровня, выход в этой сделке плюс 266 пунктов прибыли, 87 долларов прибыли. Идем дальше, была сделка, здесь был выход, плюс 469 пунктов, сделка по правилам. Я смотрю сделки, показываю сделки, которые были совершены по правилам моей торговой системе, по всем правилам, которым я обучаю, четко, которые отрабатывают по торговой стратегии. Дальше была сделка и закрылась в этой точке. Очень хорошая длинная сделка, 831 пункт прибыли. Дальше была сделка от уровня на продажу, даже две сделки от уровня на продажу, вернее одна сделка. Сначала был выход 50%, потом остальные 50%. В общей сложности плюс 500 пунктов, как раз на хорошем тренде, заработано 80-90 с чем-то долларов. То же самое, очень хорошая сделка от уровня, хороший выход, плюс 185 пунктов прибыли. Еще одна сделка ученика от уровня, не совсем по правилам, вот, вернее по правилам, но немножко поздновато, но тем не менее сделка была совершена с прибылью. Не все сразу идеально начинают торговать с самого начала, как только начинают обучаться, но со временем, отработая, уже набив руку и отработав определенную практику, сделки получаются все лучше, лучше и лучше, и я демонстрирую вам сейчас эти результаты. Опять от уровня был вход и выход, плюс 354 пункта. Еще одна сделка, от уровня был вход на продажу, и здесь был выход. В общей сложности плюс 1372 доллара прибыли. Идем дальше. Опять от уровня был вход, выход, все по правилам, все как нужно. И как результат плюс 1286 долларов прибыли. Еще одна сделка. Вход,
на бай от уровня на покупку здесь выход плюс 683 доллара прибыли. Это все реальные сделки учеников, которые делали по моей торговой системе. Дальше вход от уровня, выход плюс 1147 долларов. То есть это более там, 70 тысяч рублей в одной сделке. Вход от уровня, выход здесь 9500 долларов прибыли, но здесь, соответственно, очень большим лотом была совершена эта сделка. То все зависит от депозита, от вашего баланса на счете. Чем больше баланс, тем больше вы зарабатываете. Чем меньше баланс, тем меньше зарабатываете. Но тем не менее, вот всегда начинать, если только начинаете, нужно начинать с малого. По чуть-чуть. И потом со временем увеличивать уже свои возможности, свои объемы и как следствие свои заработки. Дальше, опять еще одна сделка, показываю все как было. Вот вход от уровня, выход плюс 482 доллара прибыли. Еще одна сделка от уровня на продажу. Здесь был вход, здесь был выход. Итог, да, там плюс 28 долларов. Вот, но тем не менее, в пунктах, потому что лот очень маленький, 0,05 лота, но в пунктах это очень хорошая прибыль. Еще одна сделка на продажу. Вот, и дальше она зафиксировалась. Вот, не показан выход, но сделка была закрыта с прибылью. Так, закрылся по take profit, опять вход от уровня на покупку, вот в этой точке был вход, здесь был выход. Вот плюс 228 долларов прибыли в этой сделке. На 0,72 лота, это не очень большой лот. И плюс 228 долларов в одной сделке. Идем дальше. Еще одна сделка на продажу. Тут даже есть комментарии какие-то. В итоге плюс 307 пунктов прибыли. И вот общая прибыль 253 доллара. Опять был продажа. Сделка на продажу от уровня. Вышел вручную, есть комментарий. Плюс 274 пункта. Общая сложность там 518 долларов прибыли. И так далее. То есть все эти сделки, вот еще одна сделка от уровня на покупку, плюс 487 пунктов прибыли. Там вот плюс 99 долларов прибыли. То есть таких скриншотов, таких результатов очень много. Я показываю, там плюс 290 долларов прибыли. Да, там плюс 503 пункта прибыли. Плюс еще там сколько, 258 пунктов прибыли. Закрылся вручную, сделка от уровня, все по правилам, все отработало так, как нужно. Так, и так далее. Вот еще одна сделка от уровня, вот выход, прям на самой верхушке, все как нужно. Плюс 525 пунктов прибыли. Еще одна сделка от уровня, выход, плюс 440 пунктов прибыли. Еще одна сделка, прибыль 315 пунктов на покупку, от уровня, выход. Еще одна сделка маленькая, но все равно плюс 220 пунктов прибыли. Еще одна сделка на продажу от уровня. Дважды выходила, плюс 270 и плюс 540 пунктов прибыли. Еще одна сделка на покупку, плюс 257 пунктов прибыли. Еще одна сделка на продажу, плюс 330 пунктов прибыли. Еще прибыль. Еще прибыльная сделка. Еще прибыльная сделка. Таких сделок много. И все это реально. Все это и у вас может получиться. То есть поначалу вы зарабатываете немного, потом еще больше. И когда становитесь профессионалом, вы переходите на совершенно другой уровень. Вот еще сделка на покупку. Здесь вход, здесь выход. Еще сделка на продажу. Вход, выход. Еще сделка на покупку, вход, выход, плюс 280 пунктов прибыли. И так далее. Когда вы двигаетесь и следуете четкой торговой системе, четким правилам, психологически правильно себя настроив, вы становитесь профессионалом. Профессионалом и зарабатываете действительно большие деньги. И когда вы уже зарабатываете большие деньги, у вас уже совсем другое качество жизни. Приведу пример из своей личной жизни. У меня, например, всегда есть достаточная ликвидность в наличных деньгах. Есть рабочий капитал, да, это те деньги, которые находятся на торговых счетах, и есть деньги, которые обеспечивают мне ликвидность в наличной форме.
Так вот, когда мне нужно было срочно купить небольшую квартиру, чтобы с семьей не снимать жилье, пока будет делаться большая, я взял и сделал это. У меня было достаточно свободных денег, чтобы купить эту квартиру, сделать в ней ремонт и уже через пару-тройку месяцев уже там жить. Причем эта квартира не была в каком-то старом доме или малометражка. Нет, это была хорошая квартира в элитном доме. Когда, например, я решил, что мне нужен новый автомобиль, это решение было реализовано в течение недели. Я просто потратил немного времени, чтобы выбрать автомобиль, который я хочу, который больше всего подходит под мой стиль жизни. Я взял и просто купил его. Когда мы решили, что жене тоже нужен автомобиль, чтобы быть более мобильной и не быть привязанным ко мне, я просто взял и купил его. Это уже профессиональный уровень. Но до него нужно дойти. Но это возможно. Я знаю цену каждому заработанному доллару. Я не транжира и трачу деньги только на необходимые вещи. Но вся прелесть в том, что я могу это делать. Мне не нужно брать кредиты, не нужно одалживать у кого-то деньги на крупную покупку. Если мне что-то нужно, я просто использую свой капитал, который всегда есть у меня под рукой. Я просто беру и делаю это. Причем мой рабочий капитал, который находится на моих торговых счетах, я не использую. Это инструмент для заработка новых денег. Это удивительно. Ни один в мире бизнес не имеет такую ликвидность и чистоту, как трейдинг на финансовых рынках. Вы можете зарабатывать столько, сколько хотите, когда хотите и где хотите. Но есть и другая сторона медали. Это статистика. И наверняка вы слышали о ней. 95%, а может и больше трейдеров, теряют свои деньги и навсегда уходят из рынка. Навсегда забывают о своей мечте, о своих планах и намерениях. И уходят в серые будни безвозвратно. И причин тут может быть много. Но основные причины это. Первое. Это полностью ручной трейдинг. Он изматывает человека. Можно сказать, истощает нервную систему. Трейдер теряет концентрацию, теряет уверенность и, как следствие, допускает ошибки, которые приводят к потере денег. Еще одна проблема – это борьба с рынком. Рынок всегда атакует трейдера на принятие неправильного решения. Что бы вы ни делали, это происходит всегда. Так работает его психология. И трейдер, движимый жадностью, несдержанностью и стремлением быстро заработать, попадает в эти ловушки. И потом получает тот же результат – потери денег. Третья, еще одна причина – это желание очень быстро выйти на уровень больших денег. Трейдер слушает, как кто-то зарабатывает большие деньги и принимает решение, что он тоже, во что бы то ни стало, должен также зарабатывать. И прыгает в котел с огнем, нарушая все правила управления рисками и все правила торговой системы. Но прежде чем выйти на уровень больших денег, нужно научиться зарабатывать немного, потом больше, потом еще больше и так далее, пока вы не достигнете профессионального уровня. И четвертое. Это непонимание, что такое рынок, как на нем нужно работать, какую стратегию применять в своей торговле, чтобы начать зарабатывать и что при этом нужно учитывать. Почему нельзя пользоваться большинством технических индикаторов, которая присутствует во всех торговых платформах. Как понять, в какую сторону будет двигаться цена и как с большей вероятностью заранее это вычислить, чтобы открыть вовремя сделку и заработать в ней деньги? Если вы этого не знаете и у вас нет решения всех этих пунктов, всех этих проблем, вы обречены на провал. Вот почему 95% трейдеров теряют свои деньги и уходят с рынка навсегда. Но только не профессионалы. Они знают, как зарабатывать, и не просто зарабатывать, а много зарабатывать. И у меня, как у профессионала, есть решение всех этих проблем. И я расскажу и покажу выход из этого тупика, в который попадает большинство начинающих трейдеров. Специально в следующем видео я подготовил для вас развернутый ответ на эти вопросы. Как выйти из тупика для большинства трейдеров и начать жить совершенно по-другому, так как вы всегда хотели. Не пропустите следующее видео.